Вот они, наши помощники в отмывании бассейна. Не успели снять, какой он был грязный, зеленый, с лягушками. Очень страшное видео после зимы. Вычерпали воду, обработали все стенки и дно домлой и общей уборкой. Сейчас немножко подождем и будем отмывать кёрхером. Вот такая красота у нас получилась. И чистота. Осталось обработать стенки и дно бассейна дезинфицирующим средством баню от РСАК. И можно наливать воду. Так что обращайтесь. С РСАК все безопасно, эффективно. Продуктивно, чисто и замечательно. Ну вот, набираем в наш чистейший бассейн, как новенький, водичку свеженькую. Будем открывать новый купальный сезон этого года. Спасибо, РСАК. Это просто палочка-выручалочка. И для здоровья, и для красоты, и для чистого дома, и для сада-огорода, и для чистого бассейна. Обращайтесь.